просто забрали паспорта, сказали подождать. Подождали минут 30, вынесли часть паспортов, спросили, куда едем. Показали программу сотрудничества, программу пребывания. Сказали окей, ушли, вынесли еще часть паспортов и увели людей в самолет. Посадили в самолет и все. Никто ничего не говорил, не объяснял. Просто тихо, спокойно сказали, подождите, вот ваши паспорта, пойдемте в самолет. Значит, я дал поручение пригласить абсолютно всех мэров городов Республики Молдова, вне зависимости от партийной принадлежности, потому что проблема есть сегодня абсолютно во всех регионах республики. К сожалению, вынуждена это комментировать как откровенно провокационные и недружественные действия со стороны молдавских властей. К сожалению, эти случаи становятся и не идут на убыль, их количество не идет на убыль, к сожалению, становится все больше. Среди последних это, конечно, вопиющий случай, не пропуск делегации города Москвы, направлявшейся в Молдавию с целью развития межрегиональных связей. Реакцию Дадона, она вообще отсутствовала. Сегодня утром я увидел, что он что-то там, видно, ему к вечеру все-таки что-то Плохотнюк разрешил сказать. Как бы он говорит, там, при всем плохом отношении к Ренату Георгиевичу, там, это вот плохо и так далее. Ну, короче, у него такая же реакция, как и на все остальное, понимаете? У него борзая реакция там, где ему разрешают выступать.